Мы движемся так быстро, что ее атаки кажутся слишком медленными. Что, вы так и будете убегать? Мы не можем бегать вечно! Похоже на то. Житье не сработает, Чута! Знаю. Но наверняка есть и другой способ. Я сначала был так напуган ее SPH. Но теперь я не боюсь. Это уж точно! Слушай, Чута, тебе не кажется, что сейчас атака Ниночки похожа на овощи? Овощи? Может, ты и стал немного быстрее? Но ты все еще остаешься слабаком! Как ты и сказал, они и правда похожи на овощи. Я бы сказал, на зеленый лучок. Приговор! Круговая нарезка! Нет! Быть не может. Подумать, только он смог помешать моему плану. Это значит, что девчонка мне больше не нужна. Сейчас она откусит свой язык. А? Этого не будет. Офицер Ниночка? Я починил луч уничтожения SPH и справился с контролирующим SPH. Она не сильно пострадала. Так она снова нормальная.